Холодная. Я не буду варить кукурузу. Лучше отжарить кверху. Отжарить кверху я готов. Кукурузу варить не готов. Вот. Но не каждую хмерку я готов отжарить, если скажу все-таки. Но кукурузу третью варить я не готов никому. Да. То есть, в принципе... Хмерка лучше кукурузы. Хмерка лучше. Да. Всем привет, друзья! В этом видео вы увидите ночную столицу королевства Камбоджа Пномпень. А для людей, которые первый раз на канале, я скажу, что канал посвящен путешествиям. Путешествиям по Европе, Азии, Юго-Восточной Азии, Филиппины, Индонезия, возможно, Индия, Шри-Ланка, Мьянма, Бирма. Неважно, неважно. В общем, много путешествий в зависимости от того, сколько видео уже сконвертировано, сколько отредактировано. Посмотрите все дело в плейлистах. Это же видео посвящено, как я и сказал, столице королевства Камбоджа. Сейчас я вас ориентирую на местности. Вот у нас Россия, вот ее границы, Юго-Восточная Азия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам, Лаос. В середине расположилась Камбоджа, ее столица — город Пномпень. Это четвертое видео из этого города. Если хотите посмотреть остальные, а также все путешествие, переходите по ссылке в описании, либо в конце нажмите на аннотацию на плейлист. Нажимайте на плейлист, смотрите все путешествие через Вьетнам, Камбоджу, Лаос, Филиппины. Нажимайте, подписывайтесь, ставьте лайки и всем приятного просмотра. Стакан, говорит, тебе хочется налить, зачем ты пиво? Со льдом. Не пиво, это людей. Випится, меньше доллара. А лед-то неизвестно откуда здесь. Ты же помнишь. Мы до этого пили 140 раз все со льдом, он был, конечно. То есть мы теперь и грязный лед даже пьем. Поместил. Слушай, он да, он профессионал. Я решил себе тоже энергетику взять. И Антоха себе берет энергетик. Клубничный энергетик был, как обычный клубничный энергетик. Этот мужчина, даже не спрашивайте, я уверен, что если я подойду даже поближе к нему, я все равно надпись не смогу прочесть. Ребят, есть предположение, что это король. Может это быть королем вполне. У него такое лицо, выражение лица, как будто он очень переживает за свой народ. Такая небольшая дымка, надеюсь, что она видна. Ох уж эти веселые переходы улиц. Вот это точно необычный знак. Тут хукером проезд запрещен. Кажется, может быть, туда должны идти. Как вам? И это на самом деле реклама вегетарианского кафе. Здесь никто не ходит пешком. Здесь пешком ходят только туристы, смотри. Потому что у всех есть дешевый копеечный мотороллер, бензин ничего не стоит. Ну да, и тут для них стоит, там совсем мукой и все. Ну да, да, да. А вон еще одно, да. Если думаем посидеть в кафе. Потому что у нас еще до автобуса 3 часа. Везде жарко. Это чикен жареный. Что такое? Я уже думал, что это за что вы просили меня. Да, 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 да. Ромыч взял пиваса. А я, пожалуй, возьму замиксованную жареную лягушку. Вот тут есть замиксованная жареная лягушка. Мы решили поужинать орехами. Мне принесли пиво, мне придется его пить. Давай. Да. Потому что остальные города были лучше, чем Пномпень. Да, они подумали, что мы пьем за Пномпень, все вокруг такие. Я хотел поесть зеленого карри вкусного, кокосового, который ел здесь в прошлый раз, но я не могу найти это место. Хоть убейте. Ромыч попросил пепельницу. Ему достали вот оттуда из мусора, там реально мусор, из мусора мятую банку и поставили нам на стол. Пепельница что? Нет, пепельница, но это гоп-пепельница. Гоп-пепельница. Идешь ты такой и думаешь, а сколько время? Да, Антоха? Да, бывает так, идешь. Вот, так, и такой, оп, нежданно часы. Вот это вот Пном Ван, главный камбоджийский храм. Перепрыгивали через стрелку часов? Я тоже нет.
Или лягу под ними. Воу. Это клево. Вот так вот тут. Когда лобстер оказался не так хорош, как должен был бы быть. Да, пойдем, Тёмыч, это полтора часа осталось. Сейчас будет рассказ вот про вот эту штуку. Да, леденящий душу рассказ. Ну, почему нужно держаться подальше? Какой-то, ну, когда ты пьяный, лучше держаться подальше. Да, вообще, на всякий случай. Какой-то голландский турист. А там стала статуэтка Будда, он синий, ее уронил и разбил. Ну. Ему подбежали какие-то люди левые, стали на него там это гнать, что-то почему-то разбил нашего Будду. Что-то отвечать начал. Ну, в общем, прибежал еще народ, его до смерти забили. В смысле до смерти? Ну, в прямом смысле до смерти. Ну, перестарались еще. Перестарались? Да. Я к тому, что все эти азиатские народы, они очень добрые. Если ты начинаешь козлить, то ты можешь козлом и умереть. Поэтому не козлите. Да, то есть, когда я орал на Тухера, вот, поэтому я тебе говорил, тише. Ты же не сказал, что они тебя убьют. То ли летучие мыши, то ли летучие собаки. Просто очень темно, я не знаю, кто там, но можете послушать. Не знаю, видите ли вы их, но я их вижу. То лисицы, господи, летучие собаки. Летучие лисицы, ничего страшного у них нету, они фруктами вроде как питаются. Да и на самом деле в летучих мышах тоже нет ничего страшного. Это ж как Бэтмен, только маленький. Мы решили узнать отличие КФЦ камбоджийского от КФЦ нашего. Да, вот чеснок и лайм у нас такого. Только чеснок и лайм. $9.50. Это 450-500 рублей, да? Да, за непонятно что. За набор. Кола, картошка и... Например, наши цены. У нас то же самое, да? О, соус такой не присмотрел. Китайский, со сладким. Дёрнушка. Вот когда к нам такой завезут, блин, сырный, это задолбал. Ромыч выбирает пивас. Анкор? Это тоже анкор. Доллар. Доллар? А что так дорого-то? Блин, а что, сейчас торговаться? Я нашел, где мы покупали билеты. Сейчас мы узнаем. Сколько будут стоить билеты. Наконец-то. Только ночью я смог распознать это место. How much does it cost? Siem Reap, 9 bucks. So, this is the 9 bucks, yeah. 16. На самом деле мы $3 это просрали. Это потому, что 11-часовой все-таки 9 стоит, я увидел здесь. О, очки. Мне нужны очки. Что-то очки я такие. Не хочу. Что за футболки? Ой, это все туристические футболки. Туристические футболки я не люблю. Что-то немножко не понял шутку, которую они там сказали. Посмотрим, что ли. Вот так здесь выглядит кафе. Просто на полу. Вот это вот настоящее true кафе. Сидишь, значит, и ешь, брат, этого не было. Все на меня смотрят очень. Ну, как бы, я думаю, что здесь видеоблогинг не развит в принципе, поэтому... Черт его знает, что они так на меня смотрят все. А я тем временем еще очки, вот тут еще один прикупил. Вы скажете, маньяк? А нет, смотрите, сколько очков. Это для меня. Я опять купил за 10 баксов 5 очков. Хотя мне изначально называют цену все 5. Но я уже привык, что нужно скидывать просто в два с чем-то раза. Нашел это кафе. Нашел кафе, в котором я
раньше был. Спасибо тебе, Настя. Настя, ты молодец. Отведаем зеленого карри. Хочу вспомнить этот вкус. Постараюсь очень быстро. Кхмер меню. Пейдж 09. Пейдж 9. Вот это вот оно. Hello. How long cook this? How long? No. Beef. Yes, of course. It's beef, fresh pork. Okay, but I want to know how much time, no. Time to cook this. Yeah, time. Time. 10 minutes, 5 minutes. No. Hello, excuse me. I want to know how long does it take to cook a dish? The one? To cook, how long to cook? To cook. No. This? Some yes, time. But how long? 10 minutes, 5 minutes. I sit here, 10 minutes, 5 minutes. How long? You want us? Only this. 10 minutes, okay? Заказал я блюдо. Hi. Говорят, что мы наверху закрыты, но на самом деле наверху не закрыты. Они действительно закрыты наверху или нет? Да, закрыты. А, нет. Открыто. Тут где-то есть наша картинка, по-моему. Картинки с отзывами и очень вкусная кхмерская кухня. Condition. Is this 5555? 5555, yes. Короче, Wi-Fi нет, чувак. Я хотел вам написать, что я опаздываю. Но надеюсь, что вы меня подождете. Правда же? Тот самый суп, он острый, он из зеленого карри, с рыбой и непосредственно с меконгом. Но это бесподобно вкусно, я очень рад, что сюда пришел, тебе нужно успеть все это съесть. Бежать к ребятам, потому что я уже должен быть там. Ну что же он такой кипяток-то? Тут мало того, что 30 с чем-то градусов на улице, в 10 часов вечера. Так еще и суп кипяток. Почему он не просто кипяток? Он же с карри. А карри, оно немножко, но густое очень. Не немножко, очень густое. Это не просто как горячий чай, это как есть горячий, очень-очень горячий, наверное, гороховый суп. Имеют консистенцию. Все, а теперь я побежал на автобус. Бай. Бай. Я думаю, что если я опоздаю на 10 минут, ничего страшного не будет. Потому что автобус у нас еще через 50. Но на всякий случай, я думаю, что стоит пробежаться. Потому что все равно все занимаются спортом, смотрите. Я успел. Так, Томас, давай. А что давай-то? У нас еще до автобуса час. Ну, я не знаю, они погоняют. Ага, вот такие вот лежачие, понятно. Говорят, этот? Давай спросим. This bus? What? Yeah, I know, but is this one? This? Окей. Вот он, автобус стоит 10 баксов, точно такой же. Прикиньте. А там есть за 9. Ну-ка, переживай. Ребята, я все понимаю, конечно, но они не ставят мопед. Смотрите, практически как паром. Where should we put our luggage? What? Small bag. There, where? Вот в такую штуку в ноги. Так а там везде есть перед каждым? Ну да, вот такая, влезет, да. В принципе, хотя я-то залезу сам приехал. Лучше сдать. Лучше сдать. Да. Там плей. Влезь сюда с камерой. Лезу с камерой. Блин, чувак, ты вообще это... Я вообще делаю все. В общем, 200 рублей я тебя где-нибудь отдам. Да. На. Да ё-моё. Ну что я могу поделать? Я просто выполняю все работы. Я сейчас автобус, автобус поведу. Ты вот. Тут внизу показано дневной автобус, ночной автобус.
иностранец ты, либо местный. Пойдем, сейчас мы там снимем. Аня. У нас 10B and 11B, yeah? А мы пипал, чё? Вот так вот мы разместились внизу. А хитрый Ромыч наверху. Ромыч? Не так уж я и хитер. Я везучий. Ну ты, кстати, клёво лежишь. Не, ну мне нравится, да, я готов так. Ты готов так? Я готов. На всё? Я освещу. Освещу, как святое тело. Вот так вот ноги туда убираются. В принципе, достаточно комфортно, да? Ну, даже крамольную мысль невозможно и поспать удастся. Да. Что я делаю? Я ничего. Ты видишь Wi-Fi сеть вообще? Ну, Антоха говорит, что есть Wi-Fi. Ну, какой-то показывает хороший, уверенно. Мне пришлось украсть одеяло у соседей, потому что мне сказали, что у нас тут одно на двоих. Я говорю, мне бы еще одно. Говорит, ну, у вас одно, все так получилось. Мне пришлось бы соседей взять. Давайте, в общем, ребята, видео завершим коллегиально. Вот что ты думаешь по поводу Пномпеня? Говно. Он говорит, говно. Что ты думаешь по поводу Пномпеня? Понравилось. Чем? Всем. Вообще всем? Шикарно. А тем, что нас поимели на деньги? Шикарно. Деньги не что по сравнению с впечатлениями? Да. Всего остального есть твой мастер-карт. Мой? В том-то все и дело, что мастер-карт-то мой. Исходя из того, что мы увидели, он полный говно. В общем, как-то так. Большинством голосов было принято решение, что все, кроме Антоши, с удовольствием бы отсюда уехали, а он бы здесь остался жить. На этом все. Увидимся мы в Сиемрипе уже с вами завтра утром. Посвятить что ли на себя? Да, наверное, это видно. В Сиемрипе завтра утром. И можете поставить лайк, подписаться, посмотреть Инстаграм, там есть фотографии того, что не попало в видео. Написать какой-нибудь комментарий, если вас что-то интересует, я вам отвечу. На этом все. Спасибо за просмотр. Увидимся. Пока-пока.